Ифтар в режиме самоизоляции. В период пандемии коронавируса благотворительный фонд «Инсан» продолжает свою активную работу. Ежедневно только в Махачкале готовые порции еды на разговение получают около 4000 малоимущих семей. А накануне обеспечение ифтара взяли на себя дагестанские спортсмены. Курбан Рагимов продолжит. Плов, финики и хлеб. Такой ифтар сегодня может позволить себе не каждый житель республики. Свою руку помощи землякам решили протянуть известные дагестанские спортсмены во главе с олимпийским чемпионом Гайдарбеком Гайдарбековым. Добровольцы взяли на себя все расходы и развозят порции готовой еды по домам подопечных фонда «Инсан». Там обратился фонд «Инсан», что дается один день для того, чтобы мы могли накормить нуждающихся. И после этого у нас есть группа, та группа, которая спортивное сообщество. Я обратился туда, чтобы мы собрали деньги на один день, чтобы взяли на себя из фонда «Инсан». И сегодня это посчастливилось, эти наши ребята за короткий срок, за один день собрали всю эту сумму. Акция по адресной доставке еды пришла на смену шатру Рамадана. На протяжении 8 последних лет нуждающиеся могли разговляться во дворе джума-мечети. Братская атмосфера, а именно этот фирменный плов, полюбились многим горожанам. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса организаторы вынуждены изменить формат. В этом году мы планируем осуществлять адресную доставку нуждающимся семьям уже готового, приготовленного плова. И по всей республике Дагестан с участием всех филиалов мы планируем охватить чуть более 10 тысяч семей ежедневно. Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие, и хочется призвать, чтобы люди не оставались в стороне и принимали участие в этой акции. Пусть каждое добро, сделанное нами, вернется в сторицу. Спортом будешь заниматься? Любишь спорт? На, держи. Иди, чтобы что-нибудь купить, мам. Хорошо тебе? Да примет Всевышний ваши добрые дела. Именно этими словами во всех семьях провожают волонтеров. Клуб Universal Fighters не первый раз участвует в подобных акциях. Помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чемпионы мира по грэпплингу и джиу-джитсу считают своим долгом. Сегодня у нас есть уникальная возможность принять участие в этой благотворительной акции. Поэтому давайте не будем оставаться в стороне и поможем, кто чем может. Акция по доставке ифтаров проводится фондом «Инсан» ежедневно, а вознаграждение за то, что накормил постящегося, знают, пожалуй, все. Поэтому внести свой вклад в это дело может любой желающий. Курбан Рагимов, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала.